5 мая в главном здании КФУ состоялась первая Всероссийская олимпиада по международному праву. Организаторами выступила кафедра международного европейского права и студенты юридического факультета. В этом году тематика олимпиады сконцентрирована вокруг права Всемирной торговой организации, что действительно является очень актуальным и важным и для Российской Федерации, и для научного сообщества как такового. Поэтому я думаю, что нас ждут интересные результаты. Олимпиада проводилась в два этапа – письменный и устный. Во время второго спикеры выступали со своими докладами перед публикой. Многие студенты и преподаватели уверены, что это отличный шанс обрести ценный опыт и знания. Влада Крайнова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.